Так, сейчас я ей предложу звездочку. Она схватится, я ее подниму, и видно будет под хвост. Что-то осталось, еще нет. Вот она цепляется крепко. Ну-ка, повернись. Ага, все, пусто. Личинку она выпустила всю. Вот видите, машет, и там темненьких точек там уже нет. Буду ее высаживать к самцу. На, кушай. Заслужила. Вернул самочку обратно к самцу. Посмотрим теперь, когда будет следующая партия икры у них. Нигде информации не нашел. Если по креветкам секси есть информация, что каждые 2 недели они не растятся, мечут личинку, то с этими пока неизвестно. Есть инфа, что кто-то там выращивал, пробовал, но или он прекратил, или он просто дальше не написал статью, вырастил он личинок или нет. Ну вот, очень рады они друг друга видеть. Это так. Я включил подсветку снизу, чтобы лучше их было видно. И сейчас буду кормить их на укле и артемии. Вот такая рыба. Кушать подано. Ну вот, видно, кушают на упле.